Всем добрый вечер! Сегодня я вам снова расскажу историю про облака. Вот я их как бы заготавливаю. Они у меня будут разного размера, большие, маленькие, узкие, широкие. Так, моя история сегодня пойдет про то, как я их видела в детском доме. Однажды у меня в детском доме был тихий час. И я лежу как-то, а мне не спалось. Все спали, а я вот лежала из-под одеяла и смотрела в окно. И это были облака разные, вот. И я там из них видала то ли птичку, то ли верблюда, то ли еще какого-то зверюка. И вот, и мне так, я долго, правда, любовалась, мне так не хотелось расставаться. Вот, очень любила смотреть на облака. И сейчас очень люблю, вспоминаю. Вот, как-то так.